22 июня. Сегодня хороним Андрея Федоровича и его товарища. Это последнее письмо от Андрея Федоровича от 28 января 1942 года. А это чудом оставшийся обрывок от предыдущего, предпоследнего письма с фронта от 23 января 1942 года. Поехали мы от дома Галины Викторовны Грузевой в центр села и повезли Андрея Федоровича. Вот это его планшет. А сзади он сам под охраной Димы Будина. Большое стечение народа и машин. Без объявления войны фашистская Германия напала на нашу родину. Началась Великая Отечественная война. Но в памяти человеческой роковая дата 22 июня 1941 года осталась не просто как дата, а как рубеж. Начало отсчета долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Из Солдонского района на фронт было призвано около 9500 человек, и почти каждый второй не вернулся с полей сражений. Вспомним всех поименно, сердцем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Русский полководец Александр Суворов сказал: «Война не окончена, пока не похоронен последний солдат». К сожалению, Великая Отечественная война, последние взрывы, которые прогремели в мае 1945 года, все еще продолжается. Потому что далеко не все защитники Отечества погребены с воинскими почестями. Неизмеримы потери на войне. И многие десятилетия после ее окончания наша многострадальная земля все еще покоит прах погибших советских воинов, которые считаются без вести пропавшими. Уважаемые жители села Макаревка и гости, мы собрались по случаю первого в послевоенной истории Солтонского района захоронения останков солдата Великой Отечественной войны. Спустя 76 лет после гибели наш земляк, красноармеец Ведяйкин Андрей Федорович, упокоится в родной земле. Вместе с ним будут преданы земле останки еще одного солдата, имя которого не удалось установить. Сегодняшняя церемония – это не только дань прошлому, не только признание заслуг павших воинов,
но и яркий пример памяти подвигов воинов-освободителей. Сегодня, приветствуя земляка с возвращением на родину, мы высказываем глубокие слова благодарности членам поискового отряда, которые в преддверии Дня Великой Победы обнаружили останки солдат. В 1941 году, 21 июня, Солтонским районным военкоматом Андрей Федорович был призван на защиту нашей Родины. В тылу осталась жена Дедякина Степанида Лазаревна. Четыре сына – Федор, Виктор, Иван, Василий. Андрей Федорович воевал под Ленинградом в 857-м стрелковом полку 294-й стрелковой дивизии. Последнее письмо от него семья получила в феврале 1942 года. 29 апреля 2018 года поисковики общественной организации «Солдат» под руководством Игоря Ивановича Ивлева обнаружили останки Андрея Федоровича Ведяйкина в районе урочища «Карбусель», Кировский район, Ленинградская область. Красноармеец Ведяйкин погиб в бою 8 февраля 1942 года. На место обнаружения останков прибыли внук и правнук. Мы гордимся подвигом отца, деда, прадеда. Траурный митинг, посвященный захоронению останков погибшего в Великой Отечественной войне воина-красноармейца Ведяйкина Андрея Федоровича, памяти неизвестного сослуживца, дню памяти и скорби, 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками и памяти воинам-солдатам, павших в боевых действиях российской армии в мирное время, объявляется открытым. Кто совершал трудовые подвиги в тылу, кого замучили в фашистских лагерях, кто так и не дожил, кто так и не дождался до счастливого дня Великой Победы. Так как до сих пор десятки, тысячи воинов, отдавших свою жизнь во имя Родины, во имя Великой Победы, числятся пропавшими без вести. И тысячи солдат, которые не обрели покой в родных могилах. И благодаря усилиям поисковых отрядов мы имеем возможность предать земле найденные останки героев Великой Отечественной войны. Его дело на земле продолжил сын, с которым мне довелось очень большое время работать на нашей Солтонской земле. Это вот многолетний управляющий Макарьевского отделения совхоза Макарьевский Ведяйкин Виктор Федорович, который... Андреевич, извините, я так волнуюсь. Который внес очень большой вклад не только в развитие вот села Макарьевка, но и большой вклад в экономику нашего Солтонского района. Пусть родная земля будет пухом Андрею Федоровичу, ее имя навсегда сохранится в сердцах благодарных потомков и односельчан нашего Солтонского района. День гордости и скорби о тех, через чьи жизни прошла жестокая война, о тех, кто, не пожалев жизни, не вернулся с кровавых полей сражений за свободу и независимость Родины. 77 лет отделяет нас от того скорбного дня. Сегодня мы с вами провожаем последний путь советских воинов, которые отдали свою жизнь за Родину, за то, чтобы сегодня мы с вами жили в свободной стране, за то, чтобы мы с вами воспитывали детей, за то, чтобы наше будущее было светлым. Правду говорят, война не закончена до тех пор, пока последний погибший на ней солдат не будет захоронен. Поэтому поисковые отряды делают все возможное, чтобы каждый погибший советский солдат был найден и предан земле. Военный комиссариат в лице всего персонала города Бийска, Бийского и Солтонского районов Алтайского края выражает благодарность
поисковому отряду за его благодарное и святое дело. Огромное спасибо всем администрациям и всем органам местного самоуправления за организацию и проведение данной почетной миссии. Спасибо всем, кто помнит. Вечная слава воинам, павшим за нашу свободу и независимость. Слово предоставляется офицеру запаса, представителю военного комиссариата Алтайского края Сидорову Евгению Ивановичу. Уважаемые товарищи, дорогие близкие Андрея Федоровича Дякина, невосполнимы потери Великой Отечественной войны нашего народа. Только за 4 месяца боев на Волховском фронте погибло около 100 тысяч наших солдат и офицеров. Среди них и Андрей Федорович, его сослуживец, неизвестный солдат. Год 41-й, летний зной, и мирных дел неисчислимо, но враг пришел и грянул бой за все, что звали мы любимым. За дом и сад, за милый взгляд, и за семью свою родную, и за рассвет, и за закат, за мир, за родину большую. Россия, наш заветный край, врага отбросив от столицы, вернув исконную границу, шагнула в тот победный май. И снова мирных дел гора, уже сменились поколения, но ни за что и никогда мы не забудем те мгновения. Когда из радио звучал тревожный голос Левитана, чума фашистская витала и грозно метроном стучал. И тем, кто мир наш отстоял, мы нынче кланяемся низко. И тем, кто жизнь в бою отдал, кладем цветы у обелиска. В июньский памятный рассвет мы скорбно свечи зажигаем. И тем, кто жив на много лет, здоровья крепкого желаем. И долгих-долгих дней, и пусть беды, беды они не знают, и пусть рассветы над землей лишь только мирными сияют. Слово предоставляется руководителю поисковой общественной организации «Солдат» Ивлеву Игорю Ивановичу. Добрый день, уважаемые. 12 часов 25 минут 22 июня 41 года нарком иностранных дел Советского Союза Вячеслав Михайлович Молотов выступил с речью, которая, собственно говоря, и объявила для всего нашего народа начало войны. Первым днем мобилизации, согласно приказов, расклеенных на каждом углу и перекрестке каждого населенного пункта, вечером 22 июня был назначен 23 июня 1941 года. В конце этого приказа была жесткая конкретная надпись: никто не имеет права отговариваться незнанием этого приказа. Явка обязательна. 23 июня в 8 часов утра Андрей Федорович Ведяйкин прибыл в Салтон, в Салтонский райвоенкомат, и в составе команды из более чем 100 человек, призванных Салтонским военкоматом пешочком, двинулись все это расстояние от Салтона до Бийска. 26 июня они прибыли во вновь формирующийся 71-й дорожный эксплуатационный полк. Он начал свое формирование 23 июня в Бийске. В него было мобилизовано свыше 2200 воинов из Алтайского края, из близлежащих районов, а также чуть подальше. Очень много бойцов было из Тобольского военкомата, из Салтонского и прочих военкоматов Алтайского края. 5 августа 1941 года полк был погружен в 3 эшелона и направлен на Западный фронт в район городов Ржев и Зубцов. Там они начали заниматься своим профильным делом, то есть строить дорогу между городами Ржев и Зубцов, а также близлежащими населенными пунктами для снабжения войск, находясь в непосредственной близости от линии фронта. В октябре 41-го, когда немцы начали так называемое наступление «Тайфун»,
полк был отведен в район Москвы и начал строить дорогу от города Люберцы, это сейчас территория Москвы, до города Муром, ныне Владимирская область. 22 декабря полк был погружен в эшелон и отправлен на вновь создающуюся дорогу жизни на восточный берег Лады. Дорога жизни начала функционировать с конца ноября, как только встал лед. Но сухопутных дорог к порту Кабона на восточном берегу Лады от железной дороги не было. То, что сумели натоптать примерно за месяц автомобили и подводы по снабжению войск, проходя снегами и лесами к порту Кабона, то предстояло превратить в нормальную автомобильную дорогу, с чем полк успешно справился. Они прибыли с машинами, прибыли с инструментами, самое главное, они прибыли со специалистами, с людьми, кто знал дорожное дело, как свое профессиональное дело. В течение месяца они построили дорогу, расширили ее до двухпутного состояния, наладили службу регулирования, поставили ветро и снегозащиту, тем самым обеспечили снабжение города Ленинграда на всю будущую зиму 41-42 года. 31 января 1942 года полк был переформирован в 71-й отдельный дорожно-транспортный батальон. В связи с этим, в связи с тем, что по штату батальона положено меньше людей, высвободился личный состав. Из них 795 человек поступило в пехоту 294-ю стрелковую дивизию, в том числе Андрей Федорович и его сослуживец. И 492 человека в соседнюю по фронту первую отдельную горно-стрелковую бригаду. То есть около 1300 алтайцев единовременно поступили в войска 8-й армии. Прибытие их состоялось в период с 3 по 7 февраля. И как, к сожалению, у нас часто бывало в войсках на фронте, люди прибыли вчера, а сегодня их бросали в бой. Приказ о наступлении был датирован 1 февраля. Сдерживало его выполнение только отсутствие людей в войсках. Те, кто были на передовой линии, были побиты уже в предыдущих боях, и наступать было некем. И вот прибыло пополнение. И вот они 8 февраля с криками «Ура!» Кто за Родину, кто за Сталина, кто с чем, кто выл, кто просто молчал, кто просто бежал. Некоторые не успели зарядить, смею вас уверить, говорю по опыту и по тем артефактом, который нам удавалось найти в течение 12 лет в тех местах. Некоторые не успели зарядить свою винтовку. Что значит не успели? Все 5 патронов винтовки Мосин находились в магазине, а в казенной части патрона не было. Гранаты не были вставлены, детонаторы в РГД-33, а в гранату F1, так называемый лимон, также не были вставлены детонаторы, и они были закрыты заглушками и бонитами. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что люди рванулись в атаку в свой первый и последний бой, конечно же, зная за что, но ну, попробуйте представить себя на их месте. От страха любой человек забудет то, что, чему его учили, и побежит только с одним порывом. Добить этого врага хоть чем, хоть руками, хоть зубами, хоть штуком, даже если винтовка не заряжена. Мужики легли у колючей проволоки. Перемахнуть ее и перерезать дорогу, которую им поставили задачу перерезать, они, к сожалению, не смогли. Все 76 лет они лежали в 40-45 метрах от этой дороги на колючей проволоке. Толщина дерна примерно 3-5 сантиметров. Никто из них не был похоронен. С них послевоенными усилиями, в кавычках, разных людей нам неизвестно. Были сняты все крупные металлические вещи, которые позволили бы локализовать, найти место гибели наших воинов. И в результате только благодаря, вот верите ли, благодаря только котелку с надписью «Микола» мы, собственно, зацепились за это место. Что значит зацепились? Тайга ведь одинаковая. Влево, вправо, вперед, назад. Поди, пойми, где могут лежать бойцы, если нет рядом на поверхности, либо в земле, каких-либо предметов, обозначающих присутствие много лет назад людей там. И вот котелок с надписью «Микола», а потом, когда мы очистили от болотной грязи, там выявилось еще две фамилии – Любезнин и Строганов. Забегая вперед, скажу, что Строганов остался жив, это его котелок.
он в том бою остался. Вот благодаря ему, собственно говоря, мы и нашли Андрея Федоровича, его сослуживца. Почему они двое здесь? Они были неразъемны, лежали друг на дружке 76 лет. Разнять одного из них, предположив, что это останки Андрея Федоровича, а это останки того бойца, не представилось возможным, потому что мы могли бы, как вы понимаете, согрешить. Часть человека оставить там, в Кировском районе, а часть другого привезти сюда. Поэтому они приехали здесь вместе. Спасибо, огромная благодарность Галине Викторовне, что они, она вместе с родственниками, они все вместе нашли в себе силы принять второго бойца как своего. На 90-95% он алтаец. Как вы понимаете, раз полк формировался здесь, значит, кто-то из них, может быть, даже салтонский мужик здесь, потому что их ушло оттуда в этот полк 23 июня больше сотни человек. Очень может быть даже, что это тот человек Поздерин или Сотов, которого Андрей Федорович упомянул в своем последнем письме. Кто знает. Поэтому они здесь. Поэтому мы кланяемся им за их отчаянный подвиг. За то, что они смогли сделать для всех нас. Не будь их подвига, возможно, не было бы у нас. Вечная им память. Слово предоставляется родственникам Ведяйкина Андрея Федоровича. Потом ты пойдешь, потом я пойду. Ну что, дорогие прибывшие, которые наконец-то через 76 лет прибыл. Привезли отца на родную землю. Большая благодарность поисковой группе, особое Игорю Ивановичу Ивлеву и его коллегам, с которыми он работает. Они очень большую работу проделали. Все-таки нашли, и надо же привезти за 4000 километров, нашли привезти до места, откуда он был призван. Большое им спасибо. Успехов в дальнейшей работе. Низкий поклон. Также спасибо главе администрации, нашего краевой администрации, нашей районной администрации, местной администрации, которые помогли все это, вот, всю это вот этими проделать. Большое спасибо всем прибывшим, родственникам, друзьям, знакомым, всему населенному пункту и Алтайского края, Салтонского района и Алтайского края. Большое всем спасибо. Больше для нечего отменять. Трудно говорить, потому что смешалось все, и радость, и горечь, ну, в общем, все. Но память о дедушке нам была дорога всегда. Поэтому сейчас, как только узнали об этом, ну, приехали с набережных Челнов, Санкт-Петербурга, с Нижневартовска родственники, внуки, правнуки, родственники, с Новокузнецка, с Москов, с Новосибирска. Огромное количество. Конечно, 36 лет. Жизнь только начиналась. И как у любого человека, я думаю, я не знала своего дедушку, но я думаю, что у него были планы свои на жизнь, свои мечты, но война оборвала все. Дома осталась жена, четверо сыновей, но уже потом пошли 10 внуков, 16 правнуков, 19 праправнуков, но я думаю, что они еще будут, и один праправнук. Праправ, это в третьем уже поколении, в четвертом поколении. Такую большую ветвь пустил от себя наш дедушка. Что не зря он 36 лет прожил на земле, не зря он совершил, я считаю, подвиг, это настоящий подвиг, чтобы жили все мы. Я хочу выразить огромную благодарность поисковой группе солдат, руководитель Игорь Иванович Ивлев, Андрей Петрович,
просто Дмитрий. Ну, а еще нашел нашего дедушку. Ну, вот стечение таких обстоятельств и не мог прибыть Сергей Владимирович Трухнин. Ну, я надеюсь, что мы с ним еще встретимся. Нам бы этого очень хотелось, посмотреть на этого человека. В общем, я всем очень-очень благодарна тем, кто в эти, ну, это почти два месяца, кто был рядом с нами, кто вместе с нами радовался. Всем огромное спасибо. Ну, а сейчас скажет правнук. Добрый день. Для меня огромная честь находиться здесь, рядом с человеком, который дал всему нашему роду, это уже много фамилий, жизнь нас, что я скромно пытался почитать только по его ветке, больше 70 человек, прямых его потомков. В душе, в сердце все переворачивается. Ну, для меня очень важно было, конечно, съездить, посмотреть. Последние несколько лет у меня была мечта присоединиться к какому-нибудь отряду, поехать, поднимать бойцов, по возможности их вернуть домой, на родину. У Игоря Ивановича Ивлева это основная цель, когда они занимаются своей работой. Вернуть бойца на родину. Игорь Иванович, я правильно говорю? Ага. Вот. Вот что я увидел. Это люди, которые умеют отдавать. Игорь Иванович и ребята, которые работают с ним, это работают на одном дыхании, единая команда. И занимаются... Ну, что сказать, Игорь Иванович, для меня... Вот то, чем вы занимаетесь, это настолько свято. У меня в жизни, я говорил уже многим своим родственникам и детям, что у меня было несколько событий в жизни для меня важных. Это рождение моих детей и вот то, что прадеда Андрея Федоровича вернули на родину, Игорь Иванович. Так что низкий поклон, огромное вам спасибо. Ну, я говорил вам и по телефону тогда, когда первый раз с вами разговаривал, что... Для меня это настолько важно, если бы сказали, что надо приползти на брюхе туда, под Ленинград, чтобы показать мне, лишь бы показали то место, где лежит дед. Я бы, не задумываясь, не откладывая, в эту же минуту пополз бы. Ну а то, что привезли сюда, Игорь Иванович, надо знать просто, какой это труд весь ваш. Огромное вам спасибо. И Бог здоровье даст, если я, конечно, постараюсь присоединиться и с удовольствием разделю вашу цель и поучаствую, с вашего разрешения, с вами в команде и в дальнейших экспедициях по поиску бойцов и возвращению их на родину. Спасибо. Вот. И мне хочется еще сказать, вы знаете, в январе месяце я сюда приезжал с дедом, с Виктором Андреевичем, разговаривали в очередной раз про бабушку Стешу, про деда Андрея. Ну, это семейно, может, об этом не стоит говорить, но мне хочется сказать об этом. И я попросил еще раз, чтобы дедушка рассказал, что помнит из детства своего. Виктор Андреевич, очень уважаемый мой дед, отвернулся просто, смахнул слезу, вы знаете, как ребенок. Вот когда в детстве обидят мальчишку, и отвернулся, и заплакал, сказал Ване, да потопили их на Ладожском озере, и все. У меня в душе боль была такая, через три дня была командировка по Золотому кольцу. И я зашел в один из старых храмов, и у батюшки спросил, говорю, батюшка, а как молиться за деда? Он говорит, он крещеный был. Я говорю, ну тогда, конечно, крещеный. Он говорит, проси Бога, чтобы он устроил все по своему усмотрению. Я на Пимакате сделал уголок, где иконки
висят старые где фотографии прадедушек, прабабушек, деда Андрея, который портрет на бессмертном полку мы несем каждый год в течение 5 лет. Ну и каждый раз, когда приходил в мастерскую к себе, заходил перед работой, смотрел, разговаривал с дедом Андреем, с бабушкой Стешей, с дедом Федей, с бабушкой Ниной. А 1 мая раздался звонок, позвонила моя дорогая мама Галя, как ее называю, и сказала, что ребята нашли, подняли останки прадеда. Вы знаете, мы ждали его, мы все 76 лет ждали его. С детства нам рассказывали об этом. Полголоса рассказывала бабушка, прабабушка Стеша рассказывал. И дед Федя, и деда Витя рассказывали, что отец, это боль была на всю жизнь. И эту боль они передали своим детям. А наши родители уже передали нам. Мы об этом рассказываем своим детям, внукам будем рассказывать. Это святые вещи, надо об этом помнить. Пусть земля будет пухом. Дедушка вернулся домой. Огромное спасибо всем, кто в этом принимал участие. Огромное спасибо в организации сегодняшнего дня всем. Доброго здоровья всем. А кого с нами нету, доброй памяти. И деду, конечно, мы будем приходить. И на сердце у нас что-то, вот знаете, как вот кубик-рубик какой-то, пятнашки, вот все восполнилось, все, где что-то не хватало, сейчас все на месте, по местам стало. Вот. Спасибо вам, доброго здоровья всем. Дедушка, он жизнью рисковал, чтоб птицы в небе пели, и небо стало голубым, чтоб смех не угасал, чтоб и мы родились на белый свет. Спасибо деду за победу! Как знак признания и памяти народной. Как песок в водах, оно не властно последней датой. Так пусть же будет множество всегда. Память, ты должна на мгновение эти стрелки. Лучи серые и кричаны все. Спасибо.
еще пройдем, Дигаря, мы пешком, а сказали нам пешком. Пешком? Да, нам даже... Вот такая процессия, которая сформировалась около школы. Кто следующий? Подожди, 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 5 секунд. А, вот есть. Ну, вот и пригодился. Мы вот в баре. Помолимся, вот все, что мы свечки зажгли. Свечка, символ, жертва. Она горит, дает тепло и сгорает. Жертву с тобой. И вот мы тем самым, держа свечу, то есть перед Андреем, то есть сама, своего рода клятву даем, что мы тоже готовы, вот как эта свеча, гореть, сгорать, вот, надавать тепло, свет вот, окружающему миру. Поэтому давайте сейчас помолимся, чтобы Андрей, душа его упокоилась, ему там было спокойнее, светлее от наших свечей, и в то же время, в общем-то, он испытывал радость от того, что мы готовы пойти по его пути. Thank you.
Вот и упокоили мы Андрея Федоровича с его сослуживцем. Можно что-нибудь рассказывать? Можем рассказывать. Но это наши многочисленные родственники, но это далеко не все. Даже сейчас мы не могли всех собрать. Это нас, мы не знаем, которая часть, только так вот получилось. Все смогли приехать. Нет старшей внучки с Украины. Из-за грязной политики, наверное, не смогла. Попасть. Даже сын твой не тот здесь не попался. Даже и мой сын где-то там, вот, да. Идет, крикни. Мой сын, иди быстрее сюда. Он встречает гостей. Да. А, ну вот еще иду. Еще двоюродных братьев с Мордовии и Саранска нет. Тоже у них мама в больнице, они там около мамы не смогли приехать. Я сейчас делаю. Я думаю, все бы как один бы на первое место бы это поставили. А давайте, знаете что? А скажите хором одновременно. Мы Ведяйкины. Три, четыре. Мы Ведяйкины. Ну, молодцы. Даже повторять не надо. Здорово. Не мне, нам, не мне, не, я же не один. Как правильно сказать? Подождите, мам, подожди. Игорь, спасибо деду за победу. Он ее тоже приближал. Три, четыре. Спасибо деду за победу. Ну, а вам, Игорь Иванович, и всей вашей группе особое спасибо. Низкий поклон. Низкий поклон. Мы всем все передадим. От всех Ведяйкиных. От внуков, правнуков, от всех родных и близких Ведяйкина Андрея Федоровича. Низкий поклон вам от всех нас.